смотри. 19 век, чудо техники. Одно название чего стоит, Олимпия. Ну, положим, не 19-е, начало 20-го. Все равно. На ней, может, Лев Толстой печатал. Или Чехов. Пушкин. Я помню чудное мгновение, передо мной явилась ты. Как мимолетное видение, как... Спасибо, гений чистой красоты. Слушай, отличный аппарат. Правда, я бы ленту сменил бы уже. Или мягкий знак западает. Разобрался? Так, ну вообще вроде разобрался. Сейчас, подождите, текст прочитаю. Слушай. Уважаемый товарищ Максимов, пишет вам ваша дочь Саша. Мне 17 лет, я учусь в 10 классе. Я до сих пор не знала, что вы мой отец. Все выяснилось совершенно случайно. Хочу обратиться к вам с просьбой. В субботу 17 в 6 часов вечера приходите по адресу улица Зеленая, дом 10, корпус 2, квартира 21. Мама дома не будет, она в командировке. Приходите обязательно. Это не шутка и не розыгрыш. С уважением, Александра. Ну как, ничего? Нормально. Только уважение многовато. Так, в начале, в конце. Какие шутки? Деловую бумагу, похоже. Да и слово товарищ как-то глупо звучит. Дорогой папочка, по-твоему, это было бы лучше? По-моему, лучше. А сколько их? 5. Остальные по возрасту отсеялись. А у тебя копирка есть? Сейчас посмотрю, подожди. Нету. Придется 5 стучать. Между прочим, я бы с каждым по отдельности встретился. Адреса есть, за день обернуться можно. Не хочу. Почему? Ну, значит, соображаешь что-нибудь, нет? У них там жены, дети какие-нибудь. Дверь открывается, здрасте, я ваша дочь. Ну, просто замечательно. В конце концов, мама скоро приедет, у нее спросить можно. Фамилию все равно узнала. Когда? Не скажет. Просто с ней давным-давно договорились. Никакого отца не было и нет. Живи проще, не дергайся. А я не дергаюсь. Мне просто посмотреть охота. Печатай давай. Веселенькое зрелище. 5 кандидатов в отцы в одной комнате. Алло? Алло? Мам! Здравствуй, мамуль. Нет, все нормально. Нормально, а ты как? Нет. Мамуль, если будешь брать билет, то лучше на поезд, ладно? Когда возьмешь, позвони. Нет, все в порядке. Да, ладно, куплю. Нет, нет, не забыла, нет. У меня? Ленка зашла, сидим тут. Ладно. Угу. Ну ладно. Мамуль, ну ты больше не позвонишь? Ну ладно. Ну все, целую, пока. Пока. Ленка, тебе привет от мамы. Спасибо. Пожалуйста. Ну ладно, не обижайся. Ладно, тебе обижаться слишком часто придется. Будем жить проще. Красиво сказано. А вот моя мама считает, что я у вас в семье не пройду. С чего это вдруг? Все началось с того, как твоего деда по телевизору показали. Со всеми регалиями. Чем же он не угодил? По-моему, очень мило смотрелся в цветном изображении. Я ему свой лучший галстук одолжил. Нет, ты вообще своих предупреди, что диссертация мне не светит. Понимаешь, парикмахер в салоне – это просто предел мечтаний. Будем стричься бесплатно. Подожди. Отец вообще неизвестно кто. Мать за 140 вкалывает. Наметился конфликт. Я граф, ты простая, но очень гордая крепостная девушка. Да. Плоховала ты, Юлечка. Вон у Вальки Серегина. Переключаюсь на Серегину. Так, готово. 5 экземпляров можешь проверять.
Прости меня. День какой-то сегодня. Аршка просто с утра болит. Ничего у меня не болит. Думаешь, придут они? Придут. Банда хулиганов. Ты прилегла на часок. Да. А кто будет готовить обед на завтра? Ксения Егоровна позвонила и предупредила, что она завтра не может. У внука день рождения. Замечательно. Раньше нельзя было сказать? Ну, она же няня. Хорошо, что еще дверью не хлопнула. Но она нас обещала отпустить в субботу. Как в субботу? А мы разве уходим? Покупал. Ты или я? Ой, да-да. Чего мне забыл? Знаешь, ничего не получится. Мне в субботу надо с Мурашовым сидеть. Кровь из нас. Мы домой сегодня идем? Надо бы нам поговорить. Здесь? Ну, какая разница, можно здесь, сейчас. Дело в том, что я получил письмо. От Коли? Да нет. От десятиклассницы по имени Александра. О, очередное объяснение в любви. Пора бы тебе, Михнюх, уже привыкнуть, что десятиклассницы обожают писать послания такого рода. Что делать? Учитель мужчины сразу становится объектом. Не ты первый, не ты последний. Подожди, подожди. А помнишь этого физика-практиканта? Он вообще бедный не знал, куда деваться. Знаешь, мне кажется, тут что-то посерьезнее. Ой, перестань. Только, пожалуйста, не теряй чувство юмора. Она из какого десятого? Как ее фамилия? Да не знаю. По всей видимости, эта девочка не из нашей школы. О, девочка.
Девочка. В 10 классе это уже не девочка, это уже совершенно взрослый человек. Что же она пишет, что я ее отец? Что? Она пишет, что узнала об этом случайно совсем недавно. Адрес оставил, просит прийти в субботу. Это шутка? Глупый розыгрыш? Да, я тоже сначала подумал, что это так, но что за шутки на такую тему шутить? Скажи, Миша, это может быть? Ты давай. Ну, слушай, совсем другое дело. Что ты? Прекрасно. Петрович, давай, сколько я тебе должна-то? Ну, отцепись. Тысячу не жалко? О, разбежался. А тебе зачем? Ты же у нас мужик холостой, не женатый. Смотри, забалуешься от таких денег. Ты уж извини меня, я тебя не пускаю. У меня уборка сегодня. Ты вечером заходи. Вторую серию по цветному посмотрим. Да я первую-то не видел. Ну так заходи. Чайку попьем. Слушай, завтра ты со мной в универмаг сходишь? А зачем? Купить что-то? Да костюм. Кому? Мне. Ну я в них не понимаю ничего, понимаешь? Ну, посмотри, чтобы не болтался, а? Ну, ладно. Да вообще лучше импортный, финский бывает. Да? У меня вот 120 рублей. Хватит? Ну, не хватит, добавим. А что ты сейчас-то, к концу-то месяца лучше? Да нет, мне к субботе надо. Да как, сможешь? Ну, надо так надо. Ларис, газеты достала? Да. Сунь мне в карман пальто, я пальто надену. Да, и это самое, трешку дай мне на такси, я опаздываю. Мама! Мама, это я, милый. Ага. Мама, я не мог раньше, у меня примерка. Да, слушай, я сегодня вечером поздно приду, так что ты меня не жди. У меня, ну, я в гости иду, да. Слушай, теперь, если мне могут звонить, запомни, пожалуйста, это очень важно. Если будут звонить от Вероники Борисовны, ты скажи, пусть приносят. Только не перепутай, ради бога, ничего. Вероника Борисовна. Да. Письмо? Ну, Ману, положи его на стол, я вечером приду, прочитаю. А там обратный адрес есть? Нет? Ну, хорошо. Ну, читай, только быстренько, я тороплюсь. Угу. Ну, я жду, что... Ага. Что? Подожди, мам, начни еще раз сначала. Что? Мама! Мам, подожди, я сейчас попробую отпроситься, я сейчас приеду.
по-моему, пора внести ясность. Все это, мне кажется, трижды нелепость. Записку покажет. Извините, я не кончил. На основании какой-то мифической записки нас, по-моему, элементарно шантажируют. Причем, заметьте, в отсутствии матери. Да я шантажирую. Минутку. Насколько я понял, девочка разыскивает своего отца, и не будем делать преждевременных выводов. Вы знаете, я удивляюсь вашей наивности. Это же простая арифметика. Прошло больше 16 лет, и за это время никто никого не искал. Маленький, но любопытный факт, а? Пойдем дальше. Вдруг появляется, возникает, так сказать, из небытия, мифический какой-то загадочный документ, где указывается и имя, и фамилия отца. После чего мы получаем трогательные письма и собираемся здесь. А я вот прошу ответить. Сколько, по-вашему, в нашей стране Михаилов Максимовых, а? Ну, наверное, тысячи. Больше. У нас в ателье еще один Максимов работал. Год два как уволился. Ну вот. Семеном, правда, звали. Ну, вообще, вы правы. После Ивановых, Петровых. Первая фамилия. Там случайно адреса нет? Ну или каких-нибудь еще подробностей? Давай сюда документ, разберемся. Записку я не дам. Ну вот. По крайней мере, предельно четко сформулировано. Почему не дальше? Это мамина. Я совершенно случайно нашла в старой тетради. Знала бы, не открывала. Раз она не отправила, значит, не хотела, чтобы читали. Особенно посторонние. Ну, какие же мы посторонние? Отцы как-никак. Там немного, полстраницы всего. Вроде письма. Имя, фамилия есть. Справочные адреса дали. В одном городе не так уж трудно найти. Стоп. Пока все логично. Единственное уточнение. 16 лет тому назад твой отец мог уехать куда угодно. На Сахалин, в город Кострому, в Ташкент, в Одессу, на Северный полюс. Нет, он не уехал. Я знаю. Объясни, пожалуйста. Ты понимаешь, это очень важно. Пожалуйста. Мы с мамой давно договорились. Про отца ни звука. А год назад я не выдержала, пристала к ней. Говорю, расскажи, не маленькая уже. Она сказала, что не хочет, чтобы я с ним где-нибудь на улице столкнулась. Моя мама никогда не врет. Значит, он здесь. Значит, один из вас. Ну, я предлагаю познакомиться, раз такое дело. Фамилию, как я понимаю, можно не называть. Все мы здесь Максимовы. Зовут меня Михаил Эдуардович. Закройщик. Работаю в ателье «Зима» на Вокзальной. Если кому нужно, милости просим. Ой, какие неуместные шуточки. Да вы не злитесь, товарищ тезка. Вас как по батюшке? Что касается меня, я здесь оставаться не собираюсь. Ну, а зачем волноваться-то? Волноваться не надо. Меня зовут Лариса Сергеевна. Дело в том, что у моего мужа именно сегодня срочная работа. И он поручил мне. Он никак не мог. Вот. Я, конечно, неопытный адвокат, но... Ну, буду стараться. Представьте себе, у меня именно сегодня тоже работа и тоже срочная. Я Петрович буду. В каком смысле Петрович? Михаил Петрович? Ну, ясно, что Михаил. Все мы тут Михаилы. Михаил Михайлович, запомнить легко. Работаю в школе. Ученики называют Мих-Мих. Не директором, случайно? Нет, просто учителем. Математика? Угадал? Не угадали. История. Так.
И что же мы будем делать? Не по адресу вопрос, уважаемая Лариса Сергеевна. Да. Вы же здесь все преступные отцы. Ну, то есть один из нас. Вот девушка подумает и выберет. У меня имя есть. Извините, Саша, я не хотел вас обидеть. Ну, я Максимов Михаил Олегович, заместитель начальника треста. Неплохо. Могу добавить, женат, двое детей. Сюда приехал из чистого любопытства. Сами понимаете, не каждый день получаешь такие письма. Если у кого-нибудь есть вопросы, охотно отвечу. Если нет, у вас есть вопросы? Я тут ни при чем. Если тут не барышня. Ну, а у вас, Саша? Только давайте уточним сразу. Я не ваш отец, вы не моя дочь. И здесь раньше я никогда не бывал. Мы раньше в другом месте жили. И в другом месте тоже никогда не бывал. Вы очень торопитесь, да? Тороплюсь, да. Да. Тороплюсь, потому что не считаю нужным участвовать в этом странном разбирательстве. Может быть, вот товарищ учитель считает, что это подходящее занятие для десятиклассницы. Ну, ему виднее. Слушай, ты отсюда никого не выпускай. Давай. Дверь на ключ, ключ в форточку. Пока не признаемся, тут сидеть будем. А что, даже забавно. Заместитель начальника треста. Наверняка его жене шубу делал. У меня все жены шьют. Все тоже из чистого любопытства пришли. Надо было, Александра, с каждым по отдельности встретиться. Ни к чему этот общий сбор. А я специально. 17 лет без отца. Имею право повыбирать немножко. И кого же ты выбрал? Вас! А что, папа учитель? Замечательно. Ну, ты даешь. Нет, по-моему, похоже даже, нет? По-моему, похоже. Пугались. Ну, я могу передумать. Папа закройщик, тоже очень хорошо. У меня как раз шубы нету. Перестань. А что? Я же ведь не норковую какую-нибудь прошу. Необыкновенная овчинка устроит. Прекрати, пожалуйста. Да перестаньте вы командовать. Дома будете командовать. Да, хорошо. Договорились. У меня в 8 классе 32 человека, у 10 нет отцов, почти треть. Сколько классов в школе, можно посчитать? Сколько школ в городе? Ну, а чего вы удивляетесь? Сейчас развестись проще простого, а уж мужика-то выставить одно удовольствие. Мужики бедные, как белки весной, голые уходят. Ни те квартиры, ни те зарплаты. Мы с вами же о разном. Я ведь не о квартире. Я о детях. А те 10 в вашем классе, чем они от других отличаются? Что учатся хуже?
хуже. Да не в этом дело. Зато у меня сплошные пятерки. Поднажму немного, и медаль в кармане. И что ты будешь с ней делать? Суп варить? Разберусь. Да хочу суп сварю, хочу с кашей съем. Ну что еще? Шить умею, готовить, вязать. Красивая, не пью, не курю. Квартиру сама ремонтировала. Вы, может, элементов боитесь? Так мне через год 18 стукнет. Потом я замуж выхожу. Там дедушка профессор, папа с мамой кандидат. Что же тебе надо-то? На отца посмотреть хочу. Вот хочется и все. Упрямый ты, это неплохо. Упрямым живется полегче. Ну, допустим, найдешь. А дальше? Какие, знаешь, экземпляры попадаются? Что лучше не нужно. Могу дать бесплатный совет. Забудь и точка. Совет хорош, только не всегда это получается. Мой в конце войны погиб. Они с матерью года-то не прожили. Их тогда было по 19 с небольшим. Если вместе сложить, то сейчас меньше, чем мне будет. Ему и в 45. Да, и фотокарточки не осталось, ну ни одной. Как будто и не было человека. Ходит, вы тоже вроде меня. Ну, вроде да, только я отца себе придумал. Как придумали? Как обыкновенно придумал и все. Сначала смерть ему геройскую сочинил. Со знаменем и Рейхстага. С ребятами во дворе. Во всех подробностях рассказывал. Ну а дальше больше. Привычки всяческие, там словечки. Потом лицо подходящее нашел. У капитана Безногова, он у нас на рынке в палатке ключи мастерил. Ругался, на весь базар слышно. А глаза добрые. С отцом начал разговаривать. Мать как услышала, что я сам с собой разговариваю. В охапку перепугалась и к доктору. А старичок жил за углом, в переулке. Доктор. Кабинет у него огромный, а и диван кожаный, как корабль. Посмотрел, послушал, покивал. Ну, успокоил мать, все пройдет. Ошибся. Не прошло. Предлагаете и мне придумать? Спасибо за совет. Подожди, ты только не отмахивайся. Отмахнуться всегда успеешь. Я из-за этой игры детской, можно сказать, с отцом вырос. Ну, не совсем, конечно, почти. Я понимаю, в это трудно поверить. Сейчас времена другие, медицина, как говорится, шагнула. Нет, нет, я не был болен. Я прекрасно знал, что отца нет на самом деле. Нет. 5 лет назад в Германию ездил через Красный Крест. Он там похоронен. Постоял, землю потрогал. Нет. Ничего не прошло. Вам проще. У вас погиб. Да. Вот ты сказал отца выбрать. Да действительно, конечно, можно выбрать. Ну, кого хочешь? Хочешь Льва Толстого? Хочешь Герцена? Чкалова, Гагарина? Хочешь Пиросмани? Удивительный был художник.
Эх, вы далеко заехали-то. Это все фантазии. В семье настоящий отец нужен. Нормальный. Вы знаете, что такое нормальный? И кто такой настоящий? А тут и мудрить нечего. Нормальный отец – это тот, кто деньги в семью приносит. Начать с этого. От Льва Толстого ты, извините, не дождешься. Да, конечно. Деньги – это необходимо, конечно. Да. Потом отец погуляет, в кино сводит, уроки объяснит. Что тут рассуждать-то? Воспитывать надо, учить и спрашивать строго. На то он и отец. Ерунда. Извините, ерунда. Для вас отец вроде няньки. Видел я таких, семьи обеспеченные, благополучные, воспитывают с утра до ночи, а результат ноль. Много мы слов произносим. По-моему, отец должен делом заниматься, таким делом, чтобы домашние на цыпочках ходили, чтобы на детей времени не хватало, чтобы день с ним провести, события, в кино сходить, праздник, а уроки, ну, как-нибудь в школе разберемся. Личность должна быть в семье. Дело заразительное. Я вот письма политкоторжан читал. Некоторые из них по несколько лет своих детей не видели, а записочку из тюрьмы, и в ней не что-нибудь. Список литературы. И никакого сюсю. Влияние огромное. А что в этом списке было, не помните? Наверняка сплошные классики. Образ Онегина, образ Наташи Ростовой. Это сейчас в школе проходит. Давайте у нее спросим, нужна ей литература в 17 лет, или ей тряпки модные нужны? Да есть у меня шмотки. Обойдемся. Девчонка до того дошла, что письма незнакомым людям пишет. Это ж понимать надо. А мы тут собрались, красивые фразы говорим. Знаю я, кто твой отец. Сообразил уже. Откуда вы знаете? Дело ясное, нетрудно догадаться. Кто? Тот, кто ушел. Заместитель начальника треста. Как вы можете утверждать? Могу. Ну, во-первых, больше всех волновался. Это во-первых. Все видели. А почему? Я вот, например, сижу спокойно. Вы тоже. Потом выскочил, дверью хлопнул. А машина между тем, как стояла, так и стоит. Вон она, отсюда видно. Может, это не его машина? Его. Мы как раз вместе подъехали, я видел, как он из «Жигуля» вылезал. Может, если вы ошибаетесь, тогда что? Минутку. Товарищи Максимовы, потише можно, а? Или я сошла с ума, или там кто-то есть. Где? Наверху. Кто ж там прячется? Я сейчас посмотрю. Вам показалось, там никого нет. Это у вас на нервной почве переволновались вы. Муж-то ваш что струсил? Наш сообразил. Жену вместо себя прислал. Мой муж сегодня занят. Это невозможно отменить. Ладно. Дело ваше. Похоже, впустую мы сидим. Мой тебе совет, ты с этим типом не связывайся. Не признается он, намертво стоять будет. Столько лет прошло, срок давности. Можно, конечно, к жене его сходить.
глазки ей раскрыть. Вы соображаете, чему вы учите? Можно, конечно, но не нужно. Все равно толку чуть. Ничего ты от них не добьешься. Юлька! Спускайся. Здрасте. Привет. А ты кто такой? Полухин Юлий. Советский Союз. Мы вообще с Александрой в одном классе учимся. А там что делал? Подслушивал? Это я его попросила. Просто так сидел. Хотя слышимость хорошая. Вот видите, я же говорила. Подслушивать Полухин Юлий тоже умеючи надо. Запеленговали тебя. А я в следующий раз в шкаф залезу. А следующего раза не будет. Закругляемся мы. Если что нужно будет, обращайся. Как найти, знаешь. Юлька, открой. Если кто из наших, меня нет. Сейчас все в шкаф полезем. Нет. Она только через неделю приедет. Ой. Извините. Вот так сюрприз. Не ждали мы вас, не надеялись. Ну, как там на улице? Дождик не идет? Оставьте ваши дурацкие вопросы. Некультурно выражается, товарищ Максимов. Грубо. Сейчас новый стиль, начальство должно улыбаться и непринужденно шутить. Послушайте, у меня нет никакого желания разговаривать с вами. Я не для этого сюда вернулся. Точно. Вы пришли с дочкой поговорить, а мы вам мешаем. Все, 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 все. Умолкаю. Больше ни слова. Может быть, нам уйти? Нет уж, сидите. Вы, по-моему, разумный человек. Давайте попробуем разобраться вместе. Я извиняюсь за то, что я погорячился. По-человечески. Девочку можно понять. Вот и надо было сразу, спокойно, без эмоций. А наш разговор с самого начала заехал куда-то не туда. Вы со мной согласны? Да, в какой-то мере. Вы, Саша, взрослый человек. Вы все понимаете. В жизни бывает всякое. Попробуй 16 лет отмотать назад. Поэтому вы не обижайтесь. И ответьте нам на элементарный вопрос. Ну, на несколько вопросов. Хотя бы. Как звали вашу маму? Звали? А почему в прошедшем времени? Неважно. Ну, конечно, как ее зовут? Не говори. Пусть он сам скажет. Черт возьми, что вы все время лезете? А? Мне надоели ваши нелепые намеки. В конце концов, мы же не в милиции, правда, и вы не следователь. И уж какие намеки. Без намеков все ясно. Сами же понимаете, зачем вернулись. И мы понимаем. Какой бред. При желании все можно перевернуть. Саша, что ж вы на меня так смотрите? Я нормально смотрю. Да нет же. Нет. Вы что думаете, что я... Я не поэтому вернулся. Ну, посудите сами. Зачем бы я стал возвращаться? Глупо. Ладно, хорошо. Я все объясню. Просто не хотелось говорить.
Уверяю вас, это неинтересно, обычное совпадение. Лет 16 назад я... Да нет. Лет 18, кажется. Ну, неважно. Одним словом, я любил одну женщину. А потом... Потом все прошло. И мы расстались. А ребенок? Не было никакого ребенка. Не было. Я точно знаю, она бы сказала. Даже смешно, она бы не стала скрывать так. Ты что, не веришь? Честное слово. Мы не ссорились никогда. Нет, никогда. Просто как-то постепенно все улетучилось. Видеться стали реже. Совсем редко, по инерции. Она была очень славный человек. Всему радовалась. Только вот учиться почему-то не хотела. Она работала. Где же она работала? Нет, не помню. Да, теперь-то я понимаю, ее надо было просто убедить, уговорить. Ну, жили, конечно, бедновато, стипендии были маленькие. 26 рублей, по-моему. Один раз мама сказала, что не могла учиться из-за отца. Кому-то надо было работать. Нет. Она именно так сказала. Я хорошо запомнила. Нет, этого не может быть. Я потом заходил, узнавал. В этой комнате жили другие люди. Никто мне ничего не мог ответить. Никто. Потом я заходил еще раз. Дома уже не было. Его снесли. Да, мы переехали сюда. Нет, Саша. Нет, ты путаешь. Через несколько лет я узнал. Эта женщина уехала в другой город. Пока я была маленькой, мы жили у бабушки под Калугой. Там была старая веранда и большие щели в полу. Я не встречала ее больше. Я долго не ходила и ползала всюду быстро-быстро. Родить потихоньку одной. Это же нелепо. Бабушка умерла. Пришлось продать дом и вернуться. Деньги кончились. Я пошла в сад. Маму взяли на старую работу. Господи. Да я бы никогда не отказался помочь. Это же так естественно. Просто я ничего не знаю. Мама не любила просить. До мелочей, до пустяков. Твоя мать не имела права. Она сама исковеркала свою жизнь. Я бы не ушел от нее, если бы я знал. Она говорила, отец все равно ушел бы. Только позже. Ей было неприятно об этом говорить. Всего несколько фраз за много лет. Она и твою жизнь испортила. Всегда была тихая и упрямая. Сколько раз я ее просил. Оля, не молчи. Оля, ну давай, обсудим все спокойно. Что с тобой? Дело в том, мою маму по-другому зовут. Ее Еленой зовут мою маму.
Да какая Елена? Подожди. Да нет, ты все напутала. Подожди, как ты сказала? Да нет, ну я-то помню, я прекрасно помню. А как же Оля? Да при чем здесь ваша Оля? Я никакой Оли не знаю. Значит, ты не моя дочь? Да я вообще ничья. Меня в капусте нашли, аист принес. В магазине меня купили. Она так похожа на Олю. Глаза, руки, даже голос немножко. А может быть, старый адрес проверить, а? Я этот адрес наизусть. Курбатовский 3 возле аптеки. Там теперь все перестроили. Ну, зачем проверять, если имя другое? Девочка, по-моему, здорово переживает, хотя виду не показывает. Ну, само собой. Сходить за ней, как вы считаете? Вы лучше мужу своему позвоните, давно пора. Папа замначальника 300 минус. Меня тоже можешь исключить. Дочка у меня, тебе ровесница. 10 класс, точь в точь. В апреле родилась. А ты, кстати, как? В конце марта. Вот. Жизнь у нас сплошные совпадения. Фамилии одинаковые, имена одинаковые. В одном городе живем. Мало того, у Ларисы Сергеевны, представьте, именно сегодня муж на срочной работе занят. Тютелька в тютельку совпадает. Работящий человек, видать, ваш муж, если в субботу вечером вкалывает. Мой муж актер. У него сегодня спектакль, можете проверить. Спектакль отменить нельзя. Неужели актер? Надо же. Я смотрю, Максимова во всех областях трудится. Ну и в каком же? В музыкальном, драматическом. В детском. Тоже хорошо. Кстати, в детском. В детском раньше заканчивают. Дождем. Кстати, детский недалеко отсюда. Тут несколько минут езды. Можно съездить. Господи, куда съездить? В театр. Вон, попросим Михаила Олеговича, он вас подвезет. Я никуда не поеду, не сочиняйте, пожалуйста. Хорошо, я не настаиваю. Можно до завтра отложить. Или завтра тоже спектакль? А почему вы здесь все время распоряжаетесь? Вы всех готовы подозревать, кроме себя, конечно. Про себя я все знаю. Вот и до. Мне скрывать нечего. Не было у меня такого. Не сходится. Зачем пришли? Странный вопрос. Получил письмо. Если совесть есть, придешь. У вас, значит, есть. Да вроде не потерял еще. И отца ее найду. Найду, не беспокойтесь. Человек не иголка. Отыщем. Я вас, кажется, ни о чем не просила. Да, меня и просить не надо. Если в театр не захочешь пойти, я сам скажу. Побеседовать с артистом. Мне теперь разобраться охота. Ну ладно, кончай разбираться. Я отец. Почему? Почему же вы молчали? Интересное кино. А про вас я не думал. Зато всех остальных перебрали. Надо было сразу сказать, раз уж решились. Ну, как же, бесплатное развлечение. Покопаться в чужом грязном белье. Это не грязное белье. Не смейте так говорить. Ладно, не будем, чего уж теперь. Привет.
папа. Ну, здоровы же уже. Здравствуй, дочка. Что-то встреча у нас какая-то нерадостная получается. Да ты не бойся. Вот видит мама. Втроем поговорим. А о чем нам говорить? Да ты не забегай. Старый по боку. Новую жизнь начнем. У меня однокомнатные. Ну и сменяем на большую. Хотя, сама решай, как тебе. Ты же замуж выходишь. Может, пригодится. Быстро вы. А что, ты не волнуйся, квартира хорошая. Телефон есть, кухня 7,5 метров. Потом это как ее, балкон или все им путаю, балкон или... Лоджия? Лоджия, да. Лоджия, санузел раздельный. Шкафов я сам понавешал. Да я вообще-то отца искала, не санузел. Ну, квартира, дело понятное, не главное. Так у меня с языка сорвалось. Почему? Квартира тоже хорошая вещь. Пригодится. Сколько у вас метров-то? Да вроде 18. А потолки? Не мерю я. Ну, нам 3 метра нужно, чтобы об люстру головы не стукаться. А ты завтра приходи ко мне. Ну и посмотришь. Его возьми с собой. Да мы сегодня еще не кончили. А вы кем, папа, работаете? Простите-ка за любопытство. Плотником на стройке. Ну, 300 рублей так на руки выходит. Ну, когда как. То одному даже много это. А институт как же? Какой институт? Мама говорила, отец в институте учился. А бросил я. На стройке теперь. Мама говорила, отец очень способный был. Ну, ей видней. А как мою маму звали, помните? Лена. А как ее тогда звали? Это я вам сказала. А так, тогда как ее звали? Елена. А комнату нашу помните? Что там у двери стояло? Соседи помните? Забыл. Что-то память у вас плохая, папа. Ну, адрес помните? Ну, адрес. А. Красноармейская, 10. Вот, точно, да. Это нашей школы адрес. Мы там никогда не жили. Ну, выходит, забыл. Нет, по-другому выходит. Вы знаете, что мама скажет, когда вас увидит? Да распишемся, мы полагается. Она скажет... Да, заживем хорошо, поверь мне, дочка. Ты верь мне. Она скажет, кто это? Ну как кто? Отец твой. Да она вас никогда не видела. И вы ее тоже. Ну вот зачем вы врете? Зачем? Да ты не думай, я не пьющий. Я как лучше. Ну а мне не нужно как лучше. Мне от вас вообще ничего не нужно. Ну господи, ну как же это все глупо получается. Ну вы на что рассчитывали? Вот на что вы рассчитывали? Там квартира какая-то, зарплата. Ведь она через неделю приедет и все равно все выяснится. Да не волнуйся ты, ну приедет мама, посидим, дочка. Да никакая я вам не дочка! Вам что, очень жениться хочется, да? Ну я не знаю, ну пойдите куда-нибудь, где пожилые знакомятся, или я не знаю, в Ригу объявление в газете дайте. Вас просто письмами завалят, вас на части разорвут. Не так ты меня. Если бы кто нашелся, я бы не стал. Я через неделю зайду, ладно, когда мама приедет.
Нет уж, спасибо. Я уже по горло сыта. Я вас не пущу. Ну, денек. Опять сначала начинаем. Теперь моя очередь, да? Только мне сказать-то нечего. Муж в Москве учился в театральном, а потом армия. Его лет 6 вообще в городе даже не было. А это, извините, ничего не доказывает. Ой, да я не с вами разговариваю. Кроме того, я его хорошо знаю. Но он не мог так поступить. Ну, в таком случае разрешите поздравить вас от всего сердца. Ваш муж единственный в своем роде. Уникум. Вам не надоело поясничать? Да не обращайте внимания. Мой муж актер, он держит репертуар. Готов работать сутками, но в остальном он... Ну, он довольно легкомысленный человек, мальчишка. Да, Господи, он способен сочинить все, что угодно, запутать все на свете и сделать все это самым серьезным видом. Его сюда нельзя приглашать, это ничего не даст. О, Господи, если он узнает. Стоп, Лариса Сергеевна. Дорогая вы наша, что-то не сходятся концы с концами. Сначала вы сказали, что муж в курсе, просил разобраться. А теперь, если узнает, как же прикажете понимать? Когда врешь, память надо хорошую иметь, чтобы не запутаться. Он читал мое письмо? Читал или нет? Я вас спрашиваю. Нет. Что нет? Не читал. Я получила письмо и спрятала. Чужое письмо? Подумаешь, пустяковина. Азы семейной жизни. Доверяй, но проверяй. Вам не стыдно? Нет. Раньше, да. А теперь... Теперь все. Не в первый раз привыкла. Самое главное... Переступить. Потом проще. Потом, как с горы. Я получила чужое письмо и спрятала. Иногда по карманам шарю. Записную книжку проверяю. Артист, популярная профессия. Бдительность потеряешь, мигом уведут. Что это? Программки. Нас всем классом в ТЮЗ водили. Целая коллекция. Ага. Максимов. Стражник. Так. Максимов. Парень с гитарой. Странно. Спектакль помню. Парень с гитарой. Он вообще замечательно. Максимов крокодил. Это по Чуковскому. Крокодил главная роль. Я думала, он у вас почти народный. Он мог вырасти в замечательного артиста. Я-то знаю. Ему не везло. Однажды 3 раза подряд в кино пробовали. Каждый раз почти. А от меня что требовалось? Пустяки. Постоянно твердить, что он талантлив. Постоянно подсказывать причины. Завидуют. Просто ни черта не понимают. Потом города стали менять театры. Лет за 8, наверное, полстраны объездили. Потом вернулись.
Специальность я давно потеряла, так подрабатывала, где могла. Но тяжело со мной. Друзей много. Отвлечься легче легкого. А дома? Дома что? Жена постаревшая сидит. И в глазах страх. И одно слово повисло. Неудачник. А если он мой отец? Могло такое быть? Нет. Почему? Детей хотел. Дочку. Он на мне женился, когда я сказала, что ребенка жду. И сразу заявление отнесли. У вас ребенок? Не решилась. Думала, помешает. По рукам свяжет. Все равно противно. По карманам шарить. Чужие письма лезть. Ничего. Замуж выйдешь, научишься. Никогда. Одним благородством семью не сохранишь. От женщины все зависит. И хитрить придется. Прощать. Господи, и зубы стискивать. Не для себя, а для детей научишься, чтоб отца своего не искали. Не верю я вам. Сами виноваты, что за мужем бегали, унижались. Семью сохранили. Да разве это семья? Следить, подглядывать. Потом развод и посуду табуретки делить. Ненавижу. Поживи сперва. Не заметишь, табуретками обрастешь, как пень грибами. Лучше уж вообще ни от кого не ждать и только на себя надеяться. А ребенка захочу, так я навязываться не буду. Мне вообще никто не нужен. Ты соображаешь, что ты говоришь? Ты, твоя мать, думаешь, для того всю жизнь мучила, чтобы ты, дура, по новой повторяла? Это что? Она, может, она чем подушку грызла, лишь бы у тебя по-другому сложилось. И, может, волком быть хотелось. За любого встречного выскочить. Да много ты понимаешь! Ничего. Себе хорошая жизнь впереди маячит. Ты с такой установочкой точно одна останешься, без вариантов. А злость кому? Ребенку по наследству? Чтобы дальше в том же духе. У многих народов жена мужа не переживала, сразу ее убивали или сама себя жизни лишала. По-моему, сейчас что-то похожее происходит. Неужели? Как-то я не замечал. После развода будто жизнь кончается. Женщина на себе крест ставит, все ребенку. Да разве это плохо? Не то слово. Один он у нее единственный, драгоценный. Отец подлец, само собой. Мать не видит, под каким же чудовищным прессом ребенок растет. Ему не жить нормально, ему долги платить. Жертвы материнские оправдывать придется, убытки возмещать. Это вы про меня сейчас? И про тебя тоже. Каждая жертва награды ждет, так уж устроено. Я ради тебя от всего отказалась, а ты и пошло. Да неправда! Моя мама так никогда не говорила. Скажет. Если не вслух, так про себя. А дети, они трудно отдают. Очень трудно. А вы нас не жалеете? Мы нормально живем. И дом в порядке, и тряпок хватает. Думаете, мать у меня вековуха, да ерунда. Захочу, да выдам ее замуж запросто. Мы еще повыбираем, на мысах не надо. Вон Юлька меня замуж возьмет. Возьмешь, Юлька?
Что еще? Ковер хрусталь? Да пожалуйста, полным-полно. Нам только заходить вообще нет проблем. Целый год почту разносила. Летом по выходным в совхозе клубнику собирают. Мать ночами на машинке стучит, в автобусе вяжет. Чудаки вы, ей-богу. Да просто все здесь отцом куплено. На его деньги. Вы глаза-то разуйте, ну... Может женщина со взрослой дочерью на 160 так жить? Да никогда, какая-то клубника, вязание в автобусе, смешно ей было. Машинистка сутками стучит, чтобы свои там, я не знаю, 200 выколотить. Нет, тут без элементов не обошлось, тут отец шлет. Нам никто не шлет. Да не тебе, не тебе. Матери он твоей переводит, каждый месяц шлет. Провалиться мне на этом месте, если вру. Ну ты-то не будь наивной, девочка. Вам по 80 рублей хватит на продукты, за квартиру заплатить. Плюс два единых. Ну там, я не знаю, предел мечтаний в кино и пара колготок. А это все откуда? Тоже клубника? Да нет, нам никто не переводит. А это вот что? Вот это вот. Что это? 10 лет. 10 лет из месяца в месяц посылаю. Дочка у меня, вроде тебя, тебе ровесница, Наташкой зовут. Причем по своей воле посылаю, мать на алименты не подавала. 10 лет. Дня не пропустил, копейки не снял, 100 рублей, как часы. Ты думаешь, она знает? Да кто? Наташка. Нет, ничего не знает. Нет у нее отца. У нее теперь новый папаша имеется. Ее в другой город увезли. Лишь бы от меня подальше. 10 лет, как в яму кидаю. Ни ответ, ни строчки. За 10 лет хоть бы открытку какую-нибудь прислала. Однажды рванул туда на каникулы. Да просто повидаться. Они гады, что сделали, они нарочно путевку в лагерь купили. Да, посмеяться захотели. Лишь бы меня не видела. Нужна ей эта путевка. Да главное, что я алкаш, что ли, какой, я же не подонок. 100 рублей честно заработанных посылаем. Ну, ничего. Ждать недолго осталось. Ей скоро 18 стукнет. Возьму я отпуск. Поеду к ней. Сниму гостиницу. Какой-нибудь там люкс. Встречусь с ней. Посидим мы с ней где-нибудь. Да, хоть в ресторане, без разницы. Смотрю я на нее и скажу: здравствуй, дочка. Вот посмотри, кто тебя обул, одел, на ноги поставил. А больше ничего не скажу. Че говорить, и так все ясно. Сидим мы с ней, а потом... Надеюсь, тысячи потрачены у меня. Вряд ли. Кто вырастил, тот и отец. Заткнись ты, замначальник треста. Вот! Видал? Перестаньте! Я кому сказал, прекратите? Да вы бы лучше с ней без квитанции поговорили. То получится, что вы ее благодарность заранее оплатили. Ну ладно, хватит. Ошибка получилась, извините.
Много Максимовых, это точно. Фамилия распространенная, имя тоже. Ты там не веришь? Почему? Верю. Саша, у тебя фотография мамина есть? Есть. Что-то вообще. Чуть-чуть. Лялька. Это же Лялька. Откуда вы знаете, как мою маму звали? Вы? Неужели вы? Баба учитель. Спасибо. Слова правильные говорили. Я-то идиотка, уши развесила. Да лучше уж вообще кого угодно. Какого-нибудь глухого, немого алкоголика несчастного. Подожди, Александр. Дай записку. Ну, ту, которую ты нашла. Если это Лялька, письмо мне. Новый год. Да, мама еще жива была. Гостей полон дом. Шумно, весело. Елка до потолка. А, еще пирог, помню, с вишнями. Мы всегда вишни на зиму оставляли. Потом разъехались кто куда, только на каникулы. Домой. Стал как-то неудобно вмешиваться, нам всегда неудобно. Своих дел хватает и вообще. Мы с твоей матерью в одном классе учились. Школьный быстро отлетает, слишком быстро. Столкнешься потом на улице, как дела, все в порядке, и пошло, поехало дальше. Она, значит, мне написала. Ну и правильно, а больше-то некому. Я у них целый год третьим лишним был. Даже завидовал им. Так что не отцу твоему она написала, а мне. Это ведь я их познакомил. Мы с ним приятелем были. Да подожди, что значит познакомил? Ты нас не путай. Минутку. Так выходит, вы знаете, кто ее отец? Знаю. Что и фамилию, и где искать? Конечно. Ну, так я же говорил, что найдем, отыщем. Теперь ты уж точно в яблочко. Ну, Михалыч, не тяни, кто? Не надо. Почему не надо? Не хочу. Да подожди ты, не сомневайся, нашли мы его, подождите, нашли. Подождите. Саш, послушай меня, не торопись. Но ты видишь, все выяснилось. Твой отец, оказывается, совсем другой человек. Но если хочешь, если разрешишь, то я с ним встречусь. Нет, нет, не надо мне никакого отца, хватит! Пусть живет себе, а мне довольна. Мне без отца даже лучше. Сама дура полезла, ну для чего, зачем? Вас прошу, я вас очень прошу, не говорите. Скоро мама вернется, и все будет нормально, по-старому. Ты такую кашу заварила с гречанкой. Не надо, мне больше не надо.
Что это? Черкашин Михаил Александрович? Пусть у тебя будет. Мало ли вдруг пригодится. А теперь иди. Все. Предложение есть. Рублей по 50 никому не жалко. 200 рублей соберем, я шубу сделаю. Овчину. Дешевле просто не получится. Один мех столько стоит. Без работы. Шубу вместо отца? Да нет, я не против. Я за.